Поздравляем, вы создали свой аккаунт и теперь необходимо завершить регистрацию, заполнив персональные данные. Укажите свое имя и фамилию. Вы можете вводить данные на любом языке, система автоматически произведет транслитерацию в латиницу. Это необходимо, чтобы обеспечить единый формат персональных данных. Внимательно проверьте правильность написания имени и фамилии и при необходимости исправьте их. После завершения регистрации редактирование будет невозможно. Не указывайте псевдонимы и вымышленные имена, иначе вы не сможете подтвердить свое право на владение аккаунтом, если это потребуется. Внимательно проверьте правильность указанного e-mail. Мы настоятельно не рекомендуем использовать для регистрации почтовые адреса mail.ru, инбокс, БК, лист и другие. Это может сделать невозможным доставку важных уведомлений от компании всем миром на ваш e-mail, таких как коды подтверждения и восстановления пароля, информация о регистрации новых партнеров, о получении финансовой помощи и многие другие. Для гарантированной доставки уведомлений рекомендуется использовать почтовые ящики Gmail или Яндекс. Под этим видео есть ссылка на инструкцию по регистрации почты Gmail. Введите номер мобильного телефона в международном формате без пробелов. E-mail и номер телефона используются для обеспечения безопасности вашего счета и восстановления доступа. Укажите свой Skype для оперативной связи с вами, если он у вас имеется. Укажите свой пол. Придумайте надежный пароль и повторите его. Обязательно запишите данные для доступа к своему аккаунту, чтобы самые нужные данные всегда были у вас под рукой. Для этого скачайте текстовый файл по ссылке под видео и просто замените в нем данные на свои собственные. Далее ознакомьтесь с соглашением об участии и нажмите кнопку «Продолжить». Регистрация будет завершена и система направит вас на следующий шаг – активация аккаунта. Если у вас что-то не получается, вы можете обратиться за помощью к своему информационному спонсору и другим вышестоящим партнерам, которые напрямую заинтересованы в вашем успехе. А также вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки или к онлайн-консультанту. Подробно опишите свою проблему, и мы вам обязательно поможем. А теперь скачайте файл для данных по ссылке ниже и завершите регистрацию.